Каждый саровчанин может сделать вклад в благоустройство улицы или своего двора. В рамках акции «Марш парков», которая проходит в дни традиционных осенних субботников, департамент городского хозяйства предоставляет грунт, а городское лесничество привозит саженцы. В течение года по телефону 97787 можно оставить заявки на доставку грунта. И весной и осенью вот в рамках мероприятий по благоустройству доставляется грунт. Граждане уже обустраивают цветники, кто-то кустарники сажает. По заявкам нужно обратиться заранее, чтобы в план включили. 24 сентября пройдет общегородской день чистоты. На субботники выйдут сотрудники предприятий и администрации Сарова. Также сезонную уборку пройдут активные саровчане. Все мероприятия по очистке территорий продлятся до 30 октября. Будет убрано порядка 50 городских территорий силами муниципальных предприятий, администрации города. Например, пустырь на улице Раменской, склон от роддома вниз, территория около 3-го КП, например. Ну, порядка 50 территорий таких больших будет убрано. Если вы хотите провести уборку вашего двора, обращайтесь в свою управляющую компанию. Вас обеспечат мешками, перчатками и необходимым инвентарем. А если вы обнаружили в городе загрязненную территорию, звоните в департамент городского хозяйства по номеру 97706 или оставляйте заявку на сайте «Умный Саров». Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.